Патриотизм, духовность, образованность и благотворительность – особо почитаемые у караимского народа. Его представители всегда трепетно относятся к делу воссоздания и сохранения своих святынь и культуры. Крымские караимы – один из малочисленных народов Крыма. История нашего народа своими корнями уходит в хазарский каганат. Сейчас в Крыму проживает 535 караимов. Около 200 человек проживает в Евпатории. За 25 лет деятельности нашего общества «Кардашлар» каждым из членов общины было сделано многое для сохранения и поддержания культуры и традиций нашего народа. В 1999 году к открытию восстановленного храма Малой Кенасы был создан ансамбль «Фидан». Тогда было принято решение назвать его именно так, что переводится с тюркского языка как «росток». С ростка в 7 человек он сейчас вырос до 40. Используя аутентичные тексты песен, мелодии, образцы национальных костюмов, ансамбль «Фидан» сохраняет культуру и традиции караимского народа. Платье шелком разлетается, и косичий ветер бьет. Я иду, все улыбаются, караимочка идет. Караимка, караимочка, знают все меня. Тонко золотом расшитая фесочка моя. Заметаю туго косы, в гости к дедушке пойду. И на метку золотую я накину марому. А когда приходит час, как нам вся наша родня, весело в кругу танцуем у дедушка и я. Очень полюбился людям всем крымский танец кайтарма. И попросят, ну, танцуй-ка нам, караимочка сама. Заплету я туго косы, танцевать пойду. И на феску золотую накину марому. Караимочка, знают все меня. Тонко золотом расшитая фесочка моя. Фесочка моя. Фесочка моя. Алла Разыбалсун, спасибо. В данный момент наш ансамбль состоит из двух групп, из хореографической и вокальной. Мы представляем как хореографические композиции, вокальные, так и вокально-хореографические. Ансамбль «Фидан» представляет культуру крымских караимов не только на городских мероприятиях, но и на республиканских. В недавнем прошлом, это видно по нашим грамотам и наградам, мы ездили по многим городам Украины, Крыма, но, к сожалению, сейчас география наших поездок сократилась. И это очень жалко, потому что Россия очень многонациональная страна, и я считаю, что наш ансамбль мог бы достойно представить культуру такого малочисленного народа, как крымские караимы, и в различных точках нашей большой страны. Дети, конечно, с удовольствием поют, им очень нравится. Да, мы выступаем на многих концертах,
Это летние вечера на Караимской. Часто нас приглашают в музеи. Мы выступаем в театре, в городском. Не раз мы пели, выступали. Детям очень нравится. И для нас очень важно, чтобы весь мир о нас знал и говорил. И мы хотим всем сказать, что мы караимы, мы есть. И мы хотим делиться своей культурой. Наши детки занимаются в народном караимском ансамбле всегда. Уже 6 лет. Некоторые занимаются старше, некоторые меньше. Нам очень нравится этот ансамбль своей импозантностью, необычностью. Караимов в Крыму очень мало. Вот дети заодно изучают историю Крыма. Это им очень интересно, потому что танцы разные танцуют, и дружат, и ездят вместе, выступают. Очень нам нравится руководитель. Большое внимание оказывает наше караимское общество. Ну, очень интересно, и я думаю, это очень полезно нашим детям. У меня и вторая внучка ходит в младшую группу. Надеемся, мы будем выступать. Мы уже в Москве выступали. По Крыму ездили. Я думаю, это очень хорошая идея и вообще полезна для нас и для наших детей. Дан,
гордость Крымского полуострова, единственный караимский ансамбль такого уровня на всем постсоветском пространстве.